Среди ночи Зихра Шадоглу появляется перед воротами дома Асланбеев. Мать совсем обессильна из-за болезненных событий. После свадьбы ссорится с Мираном. Она требует, чтобы Миран вернул ее дочь. Миран стоит на своем. Он уверен, что сможет уберечь ее, лишь держа рядом с собой, и отпустит он ее, если только умрет. Зихра проклинает Мирана, дает ему звонкую пощечину. Женщина, рыдая у ворот особняка, выкрикивает проклятие в адрес семьи Асланбей, утверждая, что лишь ради мести они загубили жизнь молодой девушки. Посмотреть очередную 6-ю серию турецкого сериала «Ветреный» вы сможете уже после 19 апреля. Всем спасибо за внимание, пока!